Всем салютики, мои дорогие. Позвольте предложить вам рюмочку. Коньяк отменный. Спасибо, я не пью. А вы? Я в завязке. Правильно. Я в ваши годы тоже завязывал. И не раз. Сегодня у меня на завтрак. Лапша с курочкой, с грибами, в молочном соусе. Салатик. Плавленый сыр с грибами, который я сама приготовила. Холодец. Ну и хлебушек там, ну, по мелочам чего-то, может, еще и найду. В общем, короче говоря, вот такой у меня завтрак сегодня. Всем наиприятнейшего аппетита. Первым делом я возьмусь за холодец, потому что он у меня без желатина. И, конечно, он может растаять. В этот раз у меня мяса много, а желе мало. Плавленый сырочек собственного приготовления. По сути, можно было бы обойтись вообще одним холодцом. Это в самый раз. Короче говоря, я затеяла тушенку. Попросила мужа вчера сделать одну очень полезную для меня покупочку. Ну и я, в принципе, довольна. Я еще не пробовала, надеюсь, что все будет окей, да? Но специально для тушенки. Ну и еще там одна прибамбасина была им куплена. Я сказала, ну и молодец, прекрасно, молодец. Нам как раз такое и надо. Вот, вот такая вот мультиварка-скороварка. Брала я ее чисто для тушенки, потому что здесь режим тушенка. И меня это очень-очень, как говорится, заинтересовало. Я еще ее не распаковывала. Она вон в этих пупырышках вся еще до сих пор. Поэтому будем проверять на деле, конечно же. Так что потом на деле уже покажу, как что получится. Значит, все окей. Потому что объемы я собираюсь сделать большие. И прямо в банках. Не отдельно, а потом накладывать в банки, а прямо в банках именно в этой скороварочке. И еще купил вот такой вот, как он называется-то, фильтр для воды, кувшин на 4 литра, ребята, на 4. Я была просто рада, потому что 2 литра – это вообще ни о чем. Или сколько там на литр 700 он идет. В общем, короче говоря, это фигня. А вот это... Действительно, на 4 литра. Ну и довесочка, металлический вентилятор. Напольный, он такой тяжелый, но зато такой устойчивый. Так что покупкам я очень рада. Все нужное в самый раз. Вот на первой скорости отдует, как ураган. Какая лафа, друзья мои. Салат, он и в Африке салат. Ну, чем не салат? На самом деле, просто резать было для себя неохота. А что касается тушенки, я ее готовила в мультиварке просто. А это мультиварка-скороварка. Мне кажется, такой вариант даже лучше. В мультиварке давление, видимо, ну, там и температура немножко другая. Все-таки скороварка, она, мне кажется, чуток покруче. И есть режим тушенка, я, в принципе... Еще нигде не видела.
Ну, вот сколько не встречала мультиварок, тушенку именно, холодец, ладно. Но это может быть одного поля ягода, не знаю, в плане готовки. Но тушенку я не видела. Вот именно режим тушенка. Я знаю, что многие готовят либо в мультиварках, либо в мультиварках-скороварках, либо просто в скороварках. Поэтому я думаю, что будет неплохо. И главное, быстрее. Вот что-то типа такого я люблю, но с домашней лапшой. Но это я только зимой делаю. Все манипуляции с тестом только зимой. Так что, мой дорогой сладкий сахарочек, любимый муж, спасибо огромное тебе за такую полезную вещь, которую я попросил моментально. Многие ради хайпа начинают чморить типа своих мужей, там, да, вот так специально, да, для реакции. Я никогда этого не буду делать, потому что он у меня самый лучший, спасибо ему за все. Ну, могу только над свекровью подшутить, но по-доброму, по-доброму. Мы с ней очень хорошо ладим. Ну что, мои дорогие, спасибо огромное, что были со мной, что смотрели меня. Надеюсь, кто-то ел со мной. Кто собирается, я желаю приятного аппетита, позитива, хорошего настроения, всех благ и пока-пока.